Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Монахиню. Вторая глава, вторая часть маски. Мы сейчас ее быстренько найдем. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. Фу. Продолжим. С вами Дариди, как всегда. Так, первым делом нам нужно найти Грааль. Я примерно знаю, где он находится. Так что с этим, я надеюсь, проблем не возникнет. Он может быть здесь лежать. А, блин, там... Там монахиня. Ладно, пойдем наверх. Он может быть наверху. Надо будет посмотреть там. Ну-ка. Тут у нас нет там Грааля. Окей. Здесь? Оп-оп. Нету. Боже мой, да где же ты можешь быть? Где же ты прячешься? Выходи. Ну посветись, пожалуйста. Дай свет. Ничего страшного. Грааль мы найдем. По-любому, по-любому, по-любому мы найдем его. Где же ты, где же ты? Да, 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 где-то здесь! С последней попытки я угадал. Вот он наш Грааль. Я могу спуститься? Хоп, давайте проверим. Могу, могу я спуститься. Мы выиграли много-много-много времени. Ребят, как я и обещал, мы быстро найдем Грааль. Прошло минуту, да? Примерно минута прошла. Смотрим на новую главу. Мы пройдем все части монахини. Так, водичка, водичка, водичка. Что нам покажет? Какая глава? Крутись, вертись. В общем, 6 глав. О, боже мой, надеюсь, я... Взрыв на высоте. Надеюсь, я найду ключик, потому что в одной из серий я не мог найти этот ключ. Окей, 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 окей. Так. Так, так, я сразу осматриваюсь. Кукла здесь. Вот, хрен тебе. Там что-то лежало, подожди, там что-то валяло. Может быть, это ключик лежал? Будет здорово, если это будет ключик. Ладно, сейчас давайте ее обманем. Нифига себе, тут коробок. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Боже мой, нифига. Ё-моё. Она с другой стороны пошла, хотела меня обмануть. Валим-валим-валим-валим-валим-валим. Так, ну если мы сейчас найдем, если это будет ключик, это другой ключ. Это гребаный другой ключ, это связка ключей. Блин. Я офигею, если мы не найдем сейчас этот гребаный ключик. Раз я не мог его найти. Блин. Что-то вообще не получается. Да брось-то ты уже. Так, есть. Один есть. Где она? Вот где может быть лежать ключик? Сложный вопрос. Тут там все осмотрели. Ну как реально пройти эту главу, боже мой? Тут можем легко ходить. Так, нужна книжка. Нужна книжка, она, скорее всего, в туалете, наверное, будет. Хотя можно посмотреть ее. Давай, иди сюда. Пороняем сейчас картины. Так, ладно, в туалете мы с вами посмотрим. Да что ты будешь делать? Я застрял. Так, в туалете мы с вами посмотрим. Но сначала давайте в подсобке посмотрим. Так, нормально. Раньше ключик лежал наверху, да, на кухне. А, сейчас я хрен его знает, где он лежит. Ну-ка, вот здесь есть книга. Это кассета, тут книги нету. Ключик может быть где-то здесь лежать. Так видно, так не видно, нифига. Окей, значит, все-таки в туалете. Так. Так, 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 так. Посмотрим в туалете, давайте. Надо было уже связку ключей взять с собой. Ну что ж я туплю-то?
Связка ключей, по-моему, три двери, да, открывают. Ну, раз три ключа, значит, по логике, три двери должна открывать. Одну мы с вами открыли. Еще две двери какие-то. Это, блин, тварь. Че, она засекла мне? Да, блин, как же ты мне бесишь? Ну, иди сюда. Придется это все дело опять обходить. Так, ладно. Так, сразу откроем, посмотрим, что у нас здесь. Ничего полезного. Ну что ж ты за мной бегаешь-то? Охренеть. Она достала меня. Книга, скорее всего, там. А там эта тварь тусуется, боже мой. Плохая монахиня, которая. Что-то у меня такое ощущение, что я опять ни хрена не найду этот гребаный ключ. Опять она спалила меня. Так, тут нету. Я опять не успеваю. Так, обдурить меня хочешь? Надо ее подальше, что ли, увести? Она постоянно возвращается сюда. Вот что мне делать? Тут я не могу в ключики взять. Game over. И каждый раз новые арты. Это нравится, ребят, это прикольно. Этот раз тут был внизу. Классные картинки. Так, здесь нету. А если я так сделаю? Ну-ка. О, сейчас здесь ключик. А в тот раз я его найти не мог. Это радует, ребят. Надеюсь, ее там нету. Так, теперь если у меня будет книга, то все у нас получится. А почему в трасс-то я не мог найти? Интересно. Да, вот книга, отлично. Вот сейчас все нормально, ребят. Сейчас все на мази и все хорошо. А в трасс, возможно, баг случился, потому что я все шкафчики пооткрывал. И некуда было спрятать. Потому что я сначала все открыл. Потом стал искать это все. Я так понимаю, динамитов сейчас бесконечно, да? Раньше их всего три было. Ну, серьезно, сейчас у нас все получается. Мы быстренько сейчас пройдем, я думаю, эту главу. Самое сложное — это кукол впихать. Остальных легко. Так, 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 так. С разгоном так. Ба-бам! Зафигачили. Масленка. Вот жалко, масленки нет. Если нет масленки, надо сюда больше предметов бросать. Че он не едет? Сколько мне еще надо кинуть предметов? Книгу можешь запихать. Давайте книгу попробуем. Вон туда пошла. Давай, 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 давай. Все, поехал. Самое главное, что он поехал. Так, чуть позже подойдем. 20 секунд нам надо потусоваться. Давайте челлендж такой устроим. Сейчас. Все, обойдем. Сделаем кругаль. Я думаю, там как раз у нас откроется. Можно люк сразу открыть. Поднимется сейчас там все. Отлично, кружок еще дополнительно сделаем. Все, отлично, подъехал. Тут покидаем и картины. Мне вот иногда такая фигня получается. Ты вроде бегаешь, мансишь от нее. А потом бац, она с другой стороны тебя ждет. Так, ну все, давай сейчас посмотрим, получится мне или нет. Так, последнюю, по-моему, да? Нам надо до последней дойти. Я вот, честно говоря, уже не помню. Давайте так, прячемся, используем куклу. Сначала надо было покрутить. Ну что ж ты лоханулся, конечно, я конкретно. Че, она спалила меня?
Вроде нет. Нахрен, ну как я так лоханулся? Поспешишь, людей насмешишь. Ай! Хера себе. На тебе за это. Картина не упала. Как бы насолить ей. Тут давайте уроним. Пускай знает. У нас. Какие мы проказники. Так, вон туда пошла. Так, ну ладно, мы можем сейчас быстро собрать. У меня есть еще. Есть еще одна взрывчатка. Так, лучше. Странно, что взрывчатка, ребят. А! Она же не взорвалась, а просто распалась. Так, отлично. Давай, 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 давай. Тихо. Все. Поехала, поехала. 2 секунды надо подождать. Ну все, сейчас у меня все точно получится. Еще один раз надо крутануть, ребята. Еще надо один раз крутануть. Чуть опять не лоханулся. Так, ладно, можно тут потусоваться. Че там, скоро, нет? Да, отлично. Замечательно. Так, 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 так. Дверь за собой закроем. Так, вот теперь точно все. Прячемся и используем. Тут прям сложно, надо аккуратненько пройти. О, боже мой! Так, вроде прямо идет, да? Тут взрываемся. Отлично. Так, влазим. Такое ощущение, что там ничего нету. Значит, я лоханулся. А может быть сейчас рандом у нас получается? Хотя было бы прикольно. Маски нету. Маски нету, я ошибся. Так, окей. Тогда... Перезарядка, кстати, а можно перезарядить? Че, реально можно перезарядить ее? Давайте попробуем. Она перезарядится, нет, только рекламку надо посмотреть, да? Она не перезарядилась. Хотя, может быть. Перезарядилась, кажется. Да, перезарядилась. Так, на этот раз давайте. Можно было монахиню вырубить. Вот эту попробуем. Па-бам! Она здесь стоит? Здесь. Опс. Она прям рядом тут стоит. Когда что она уйдет-то? Она издевается, что ли, надо мной? Она спалила меня. Походу мне хана. Или она уйдет? Ба-бам! Хренушки. День третий. Блин, вот это бесит, когда она застревает так. И я минуту ждал. Но она там стояла. Не уходила никуда. Поэтому тут понятно, надо ее либо было сдвинуть, либо просто погибнуть. И вот в таких ситуациях у тебя нет выбора. Ты можешь хоть час стоять, она просто не уйдет. Так, маски, маски нету. Боже мой. Опять перезарядить придется. Так, ну все, мы перезарядили. Иди сюда, монашка, желаю монашка, иди сюда, иди сюда. Так, ладно. Ну все, тут без вариантов первая оказывается, да? А по-моему, раньше она последняя была, сейчас рандомно, по-любому рандомно. Но это прикольно. То есть у тебя тут постоянный выбор, да? Первая, вторая или третья? Сейчас точно. Ну как так? С третьей попытки просто угадал. Офигеть. Просто непруха какая-то. Сплошное невезение. Ну все. Зато сейчас легко ее будет взорвать.
Главное повернуть правильно. Не упасть, не упасть. Не упасть, отлично. Ба-ба-ба! Бада-бум. Все. Теперь вылазим. А, так мне надо всорвать все вот эти штуки, и мне дали достижения за это. Прикольно, прикольно. Так, ну что ж, да, нет. Или да, или нет. Да. Часть маски. Как я вам говорил, что... Быстро пройдем. Довольно-таки быстро прошли. Да пошла ты в задницу, монахиня. Вот так тебе. Еще вот так. Еще вот так. Ты сейчас запутаешься, просто тебе достанет все эти двери открывать. Все, все, ребят. Аллилуйя, мы это сделали, мы это сделали, мы это смогли. Вторая часть маски. Взрыв на высоте, ребят. Неграль улетает, в следующей части мы с вами его найдем и пройдем уже третью главу. С вами был Даридис, ставьте лайк, пишите комментарии, будет больше крутых серий. Всем до скорого, пока-пока.